Такое у нас Киевское море красивое. Замерзло. Очень красиво. Там мы живем. Папочка. Няня. Да, пошли дальше. Наш Станиславчик. Масик такой. И нянечка, Масечка. Ты взяла с собой Пеппу? Это ресторан тут, будем кушать. Домики. Площадка на берегу моря. Здорово. Первый пошел. Догоняй Пеппу. Там мы тут такие. Ну что, идем дальше? Идем дальше. Еще один? Да, еще один и пойдем. Варежки надо снять. Варежки снимай, курточку снимай. Комбинезончик? Нет, комбинезончик не надо. Вот и съездили мы зимой на Киевское море. Очень красиво. Сегодня идет снег. Погода волшебная. Красота. Это наш комплекс Глебовка. Папочка и Верочка идут. Поняла, кто ты? Вера, это ты жук малой. Эй, малая бабочка. Вот я. Ты бабочка? Желтая? Да. А кто жук малой? Мама. Я Лера, между прочим, кошечка. Ты кошечка, я кошечка. И ты кошечка? А ты чук малый. Это вот мы гуляем. Ты малый чук. Так красиво здесь. Не чук, как красиво, мама. Очень красиво. Там наш домик находится. Лесу мы? Это наш домик вот с подсветкой? Я думаю, что да. Там у нас верандочка ж была. Сейчас поищем наш домик. Стас спит. Он пригрелся, ему там хорошо на свежем воздухе.
у мамочки. Это за день не показывает без пальца, да? Сильно едет. Братик сделал плюх. Повертаємось до музики. Усім відомо, що місто вважається колискою джазу. І що? Так, это будет наш ужин. У нас тут шашлычок, овощи, лаваш. Сейчас я возьму еще стульчик один. Мама, ты кто укусил? Кто укусил? Я. А, это ты укусила? Сюда мы положим Стаса поспать. Здесь мы поспим все вместе. О, там елочку зажгли. А не, не елочка, что это? Леньки. Наш папа дождался мяса. Что ты хочешь, солнышко? Еще один стульчик? Можешь там посидеть? Не, я его здесь хочу. Хорошо, садись так, здесь. Садись сюда. Еще. Сейчас дадим тебе еще, еще. Ну, вкусно. Что это, мама? А это овощи такие вкусные. Абыл. 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 Это не... Валерия, шашлык. Маша, а можешь? Конечно. Музыка Карла Свободы в исполнении Братского симфонического оркестра кино.